На полях агрофирмы «Гастагай» показатели выше средних по Анапе. Здесь хлеборобы собирают 51 центнер с гектара. Был вид на ожидаемый урожай немножко, значит, плохой. Но, несмотря на это, значит, нам удалось за весенний период внести достаточное количество минеральных удобрений, своевременно проводить химпрополку и, соответственно, вышли на урожай неплохими, значит, успехами. В этом году анапским аграриям предстоит убрать урожай озимых зерновых и зернобобовых культур на площади более 11 тысяч гектаров, из которых более 10 тысяч занято пшеницей. Всего планируется собрать порядка 54 тысяч тонн зерна. Достаточно неплохой урожай по сравнению с прошлым годом. На сегодня убрано уже 3200 гектаров, это почти 30% уборочной площади. Глава города-курорта Сергей Сергеев оценил, как идет уборка, побеседовал с комбайнерами, поинтересовался, вовремя ли выдают зарплату и устраивают ли их условия труда. Тут же в полях провел планерку с подчиненными. Сделал акцент на том, что в Анапском районе земли не должны пустовать. Мэр поставил задачу начальнику управления сельского хозяйства Александру Колесникову: тем, кто хочет и умеет обрабатывать поля, надо дать такую возможность. А у нерадивых хозяев земля должна изыматься. Освобождаемые земли передавать рачительным землепользователям. Лариса Басова, Александр Кореневский, Анапа-регион.